В эфире новости, в студии Александр Белов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. Еще один шаг к деоккупации полуострова. Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму. Моральная поддержка. В Киеве проходит вечер солидарности с семьей Дегерменджи. Регулярное вещание. Нацсовет Украины усиливает сигнал и готовится к российским помехам. Генассамблея ООН приняла проект резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. В документе призывают Россию прекратить нарушение прав человека на полуострове. Также от Кремля требуют остановить политические преследования украинцев и крымских татар. Как голосовали за принятие резолюции и что она значит для украинского Крыма, смотрите в следующем сюжете. Украинскую резолюцию относительно Крыма в ООН рассматривают несколько часов. Одной из первых принять ее призывает Великобритания. В британском МИД настаивают на последовательности политики репрессий Кремля на аннексированном полуострове. После обсуждения всех аспектов нарушения прав человека России и политических преследований документ таки принимают. За 70 стран. Большинство, 76, воздержались. И такой результат голосования президент Украины Петр Порошенко воспринял как дипломатическую победу Киева. На своей странице в Facebook он поблагодарил зарубежных партнеров. Порошенко уверен, агрессору не избежать ответственности. Еще один шаг к деоккупации полуострова. Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму. Нашлись и страны, которые проголосовали против принятия резолюции. Их 26. Среди них и соседка Украины – Белоруссия. Такой ход Минска в Меджлисе восприняли как предательство. Глава представительского органа крымско-татарского народа Рифат Чубаров предлагает переместить трехсторонние переговоры в минском формате относительно Донбасса и Крыма из Белоруссии на другую площадку. Мы должны немедленно уйти с этой площадки как страны, которая очень ангажирована и является военным дипломатическим союзником России. И другой площадкой может быть одна из стран Европейского Союза. Желательно, чтобы это была постсоветская страна. Принятие документа крайне важно, ведь Кремль продолжает ущемлять права крымчан и применять репрессии к инакомыслящим, несмотря на санкции и официальные обращения международных правовых организаций. Одно из последних доказательств этому – более 70 судов, которые прошли в понедельник на территории всего полуострова, говорит заместитель главы Меджлиса правозащитник Нариман Джилял. По информации всех защитников, адвокатов, юристов, гражданских активистов, судьи фактически выполняли заказ, абсолютно игнорируя состязательность, игнорируя право человека на полноценную защиту правовую. И мы даже установили факты, по крайней мере в Джанкое, о том, что судебные решения, постановления были уже отпечатаны заранее. Это уже третья резолюция по Крыму. В обновленный текст документа внесли 10 изменений, важных для Украины. Среди них требования к России прекратить преследование мирных мусульман, восстановить деятельность Меджлиса, обеспечить обучение на полуострове на украинском и крымско-татарском языках, прекратить навязывание российского гражданства крымчанам. Но для нас, для людей Крыма, это прежде всего очень большая моральная поддержка. То есть мы знаем, что мы не зря боремся, не зря мы делаем что-то. И поэтому и мы знаем, что... Ну, во-первых, одно то, что наш вопрос звучит на таком высоком уровне. Представьте, было бы все наоборот, когда про нас бы все забыли и мы бы не звучали. Поэтому это очень большая поддержка. Тут я... У нас сейчас народ очень политизирован, об этом говорят везде, и на улице, на рынках. Вот. В МИДе Украины расценивают принятие резолюции как серьезный шаг к деоккупации полуострова. При этом в новом проекте документа относительно Крыма прописали и новые обязанности для Украины. ООН призывает Киев защищать крымчан, которые покинули полуостров, а также обеспечить возможность участвовать в выборах. На данный момент переселенцы избирать украинскую власть не могут. Александр Белов, Эннан Булатов, новости ЮА Крым. Фигурант так называемого дела вымогателя Асан Чапух объявил голодовку. Ему до сих пор не оказали медицинскую помощь. Самостоятельно передвигаться по камере 65-летний мужчина не в состоянии. У него затруднены движения левой части тела. Его уже осмотрел независимый медик. По его версии, у Чапуха инсульт. Однако медслужба СИЗО отказалась подтвердить этот диагноз. Там выдали направление на обследование в клинике для арестанта еще 3 дня назад. Но Асана Чапуха до сих пор не выпускает из СИЗО. У него ограничено движение с левой стороны, движение руки, ноги. Чувствует он себя неважно. Ну, нету вообще никакого медицинского ухода. Не проводили ни медицинское обследование, ничего.
пользуются теми препаратами, которые передали родственники. Оксана Чапуха и еще трех крымско-татарских активистов уже почти месяц удерживает СИЗО. Их задержали 23 ноября в Симферополе по обвинению в вымогательстве. Сами крымские татары рассказывают, они помогали вернуть деньги, которые турок одолжил у семьи Кашка и не хотел отдавать. Во время задержания ветеран крымско-татарского национального движения Виджея Кашка скончалась. Подконтрольный Кремлю суд Симферополя арестовал четверых мужчин до 15 января следующего года. В ночь на 14 декабря одного из задержанных, Декира Дегерми, госпитализировали. По сей день он находится в реанимации. Его состояние критическое. Оккупационный суд по делу Сулеймана Кадырова допросил тех же свидетелей обвинения, которые давали показания против журналиста Николая Семины. Денис Баранцев и Александр Войцещук заявили, что стали понятыми случайно. Они находились неподалеку от управления ФСБ по Крыму во время задержания Кадырова якобы по работе. И лишь поэтому стали понятыми. Отмечу, что и Баранцев, и Войцещук – госслужащие в аннексированном Крыму. Год назад против крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело по подозрению в сепаратизме. В его доме российские силовики провели обыск, забрали ноутбук и телефон. После этого Кадырова внесли в список экстремистов и террористов. Россия отказалась выдать Украине фигуранта сфабрикованного дела так называемых крымских террористов Алексея Черния. Как сообщили в украинском Минюсте, Федерация даже не указала причину отказа. Это грубое нарушение Международной конвенции о передаче осужденных лиц. Крымчанин Алексей Черний был задержан в мае 2014-го вместе с Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым. Российский суд незаконно приговорил его к 7 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинением в подготовке теракта. На жаль, це є продовження єдиної політики Росії, яка полягає у відмові у передачі політичних в'язнів на територію України. Як і попередні рази, ці відмови прийшли без обґрунтування, без зазначення причини такої відмови. Так само ми не отримали рішення російського суду, який би мав приймати це рішення і відповідно в мотиваційній частині вказати причини. Тому ми звернулися з офіційним зверненням до Російської Федерації по кожному факту такої відмови з вимогою пояснити причини такої відмови. Отжатый у Украины «Новый свет» ушел с молотка. Как сообщают российские СМИ, все акции винзавода купила петербургская компания «Южный проект» за 1,5 миллиарда рублей, а это 708 миллионов гривен. А «Южный проект» – одна из структур Банка России, принадлежит человеку из окружения Путина Юрию Ковальчуку. МИД Украины сообщила, что занимается проверкой достоверности информации. Отмечу, после аннексии Крыма оккупационное министерство имущества национализировало, а после выставило на продажу «Новый свет». Это старейшая винодельческое предприятие полуострова. Нацсовет подготовился к вероятному глушению украинского телесигнала России в Крыму. Там разработали план действий, который позволит транслировать украинские каналы и радио на аннексированном полуострове. Как именно будут обеспечивать работу в Нацсовете, не сообщают, но уверяют, у россиян не будет возможности заглушить сигнал с украинского материка. Также ранее в Национальном совете сообщили, что в 2018 году телерадиосигнал на оккупированный полуостров будет усилен. Благодаря этому больше крымчан смогут смотреть 5 украинских телеканалов. В них входит и ЮА Крым. Фестиваль еды – неотъемлемая часть рождественской ярмарки в центре Киева. Среди разнообразия палаток с национальной кухней есть и крымско-татарская. Здесь самса, плов и крымская пахлава. Для крымских татар это повседневное блюдо. А что знает о крымско-татарской кухне посетители ярмарки, расскажет Руслан Халапов. Вот такая. Посетители рождественской ярмарки выбирают блюда в палатке крымских татар. Особой популярностью пользуется плов. Вкуснее никогда в жизни я ничего не ел, чем крымский татарский плов. Очень вкусные, достаточные сладости ваши. Это чах-чах-чах называется. Вот это моя любимая сладкая. Есть тут и менее известные блюда национальной кухни крымских татар. Я вообще ничего не знаю сейчас.
Чак-чак, наверное. Я его пробовал как-то раз, очень вкусная штука. В рождественской ярмарке крымские татары участвуют впервые, рассказывает продавец Алии. Говорит, решили открыть свою палатку, дабы показать разнообразие национальных блюд. А цель участия нашего для того, чтобы познакомить, приобщить украинцев к нашей культуре, к нашим традициям. Мы хотим показать наши блюда. Мы привезли с собой сюда кусочек солнечного Крыма. Палатка крымских татар будет работать в центре Киева до завершения рождественской ярмарки, до 14 января. Руслан Халапов, Валентин Гринберг, новости ЮА Крым. А вот севастопольцы вчера поздравили с Днем Валентина. Такое видеообращение записал президент Федерации ММА города Сергей Кот. Во время прогулки по набережной спортсмен поздравляет всех с Днем Святого Валентина, который, по его мнению, празднуется 19 декабря. Сегодня 19 декабря, великий праздник. День Святого Валентина. Святого Валентина. День Святого Валентина. На этом я прощаюсь с вами. В студии был Александр Белов. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮА Крым Facebook.